все больше населенных пунктов Иркутской области оказываются затянуты дымом от лесных пожаров. По последним данным, в зоне задымления оказались 793 сельских поселения в 21 районе Прибайкалья, а также 8 городов. Растет и площадь леса, охваченного огнем. За сутки потушили 4 пожара, но в других очагах пламя продолжает распространяться. На утро 12 августа в регионе действовало 28 пожаров на общей площади больше 140 тысяч гектаров. Наиболее сложная обстановка в Катангском районе. Там действуют 22 пожара. На тушении работают больше 650 человек, 76 единиц наземной техники, а также самолет Ил-76 и вертолет Ми-8. Кроме того, обстановку с воздуха отслеживают сразу 8 судов. Вред может причинить не только огонь, но и дым, поэтому специалисты проверяют чистоту воздуха. Мониторинг проводится в таких территориях, как Братск, Ускут, Ускутский район, Усть-Илимск, Бодайбо, Киренск, Нижнеудинск и другие районы. На сегодняшний день отобрано и исследовано более 700 проб атмосферного воздуха. По результатам исследований превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не обнаружено.